Можно определить, что он зашел, когда он урон получит. Давайте вот эти нюансы все впитывайте четко, прям чтобы было понятно, что так нельзя, четко, прям так нельзя, блядь, делать. Это сейчас ГП нету. И, ну, я не знаю, неделю-две потравим, я посмотрю. Потом начнется ГП, просто или не будем сюда ходить, или пиздец ГП дохуя будет. Будете потом обижаться, не обижаться, блядь, и я не знаю, нахуй, будет хуево, короче. Имейте в виду, блядь. Ну, если мы падаем, это мы не просто так падаем, потому что у нас время дохуя, а падаем, потому что это нельзя так делать. Это приводит к вайпу, все. Я понимаю, там есть человек завис, блядь. Вот, готовность. Заходите за линию. Рыбу уже все поели, баф уже на всех есть. Валентас. Почти все. Маски просто так горят. Кроме престобафа. Ну так дайте престобаф. Все готовы. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Ага. Значит, милики, рейндж. Покажи рарник рейндж на максимальной автоатаке, которые вот достают. Вот как кружок, стойте, не ближе. Вот как кружок. Метеор, готовьтесь. 3 секунды. Метеор 200. Так, хрюк выноси, побежали. Этот, Эвилаша, если на тебя будет метеор, поворачиваешь на рейд. Рейд отходит в сторону, где был хвост. Не забываем, тактика 90 градусов. Голем большой, ага. И трэш маленький сейчас подальше оттянешь. Немножко в ту сторону лицо босса поверни с големом, чтобы он отошел от, ну, от маленьких. Видишь, они пока через него идут, он растет. Они растут. Они растут, 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 но оттянуть надо. Ага, срываем. Вынеси, бенстиллер. Срываем большого. Все, добивайте маленьких. Ой, блядь. Теперь дамага по боссу меньше из-за того, что больше... 2 секунды, метеор. Мелких били. Или бежали. Два процента еще. Все, притормозите, сейчас трэш побьем. Блять, у меня лаги пизда идут. Налипал метка. Ты вот мелких зергайте и большого. 2% переводим. Все, 1% переводим. Смотрим на меня. Я должен исчезнуть в портале. Так. Все, с треугольника заходите. Третью ауру, кстати. Керос метка. Так, вот на этом квадрате, на этом секторе, вот сейчас слева-справа вижу шары от босса, начинаю двигаться. Злобный ностальгия, что с глазами? Урюк. Ладно, там дадим БРы, пробуем. Где лезвие исчезли, там и появится. Смотрим внимательно. Пробуем. Значит, в свету, когда выйдете, будете давать БР так. Керус ностальгии, а Вадикон злобному. Лезвие, смотрим. Холедрин. По ходу лезвий. Между двумя шрами. Вот беги. Нормально. Вы не видите печеньку? Че это было? Это лезвие или дыхание? На лезвиях, на лезвиях, наверное. Лезвие? Не знаю, я подвис, но... Под лицо зашли. Или на пол. Лезвие полумрака. Уже пошли, они, по-моему, под дыхание. Они под лицо просто пошли. Дальше убежали. Слишком вперед ушли. Да. Падайте. Это заходите в... Может, это... Синдре, не покидайте тело. Я не знаю, ну... 120 но градусов. Это не баг был, они просто левее бежали. 120... Уточните, от чего точно сдохли? От лезвия или от дыхания? Пелена мрака. Это не пелена мрака, блядь. Ну вот у меня написано... Да, блядь, что там написано, это можно в очко засунуть. Надо четко понимать, от чего сдыхаем. Если лезвие, ну,
Это значит не стояли, ну, в кружке. Если дыхание, это значит 120 градусов конус. Этот 120 градусов, оно больше, чем сектор вот этот вот. То есть, поскольку это еще градусов. Это еще по 15 градусов с лишним от сектора, где я кручу. Плюс это зависит еще от того, ну, как я держу. Если я ближе к лучу буду держать, оно все равно будет за пределы лезвия выходить. То есть, когда босс дыхание кастует, немножко прижимайтесь к тому лезвию, которое вас догоняет. То есть, и вот смотрите, вот, чтобы было понимание, вот. 120 градусов, это, вот, допустим, от треугольника мы до сюда довели, да? Блять, лагает пизда, нахуй. А вопрос, а ты можешь его жопу к нам поставить? Это от... Вот смотрите, вот 90 градусов сектор, это вот, вы стоите, да? От треугольника до этого, до Луны лезвия и от звезды до квадрата лезвия. Вот здесь вот, вот здесь, вот убивает, здесь дыхание еще хуярит. Это при условии, что я в центре между, ну, в том секторе, в центре. Если я подвис где-то, и если лезвие, вот я, допустим, тут танчу, да, и босс, если вот немножко так, то это еще больше, это, считай, вот до сюда, блядь, дыхание достает. То есть, чтобы вам не попасть под дыхание, оно, считай, оно не до половины достает, вот если вы ровно между двумя шарами, но оно вот здесь уже достает. Вот, чтобы не попасть в дыхание во тьме, когда играете, вы должны вот, ну, от босса отойти, то есть, не на миле атаки от босса быть, а немножко отойти, вот примерно сейчас покажу. Вот примерно вот так вот от босса отойти, вот, и сделать шаг вправо. То есть, вот вас будет догонять лезвие, вот, немножко вот сюда. То есть вот здесь в кресте, ну, по сути, вас не должно дыхание достать. Ну, если я не знаю, если я к вам не поверну еще, чтобы половина дыхания вас задевала. Вот если вот здесь в квадрате стоите, то есть понятно, да, вот здесь вас лезвие догоняет, буквально 10 метров лезвие идет, и вы вот здесь стоите немножко назад, то во время дыхания вас не убьет. Когда дыхание проходит, уже вы равнитесь дальше, как удобно стоите. Вот что нас убило. У нас минус ДД и мордаун топнулся. Сейчас я этот метом обновление лаунчер какой-то. Так. Мордаунд. Это ты, да, сказал? Захошел. А какой ДД ушел? Седжу. А, Седжу. Так. Я скоро вернусь. Так, ага. Так. Он напуливал. Ну ладно. ДД просто свет прибавился. Тролл ДД в свету. Ты оставил рыбу? Нет, вот рыба. Подожди, релок. Чинитесь. Бля, сука, что за лаги нахуй? Что-то на сервере происходит или что, не могу понять. 2900. Это обнова вышла. Хурюк, ты про какое ГП? Задержка 60. Лагов нет. У меня 370 пишет, задержка. Ну как? Она, кто знает, как в рекаунте типа, свою смерть увидеть? Мне бы тут не стало отображаться. Да не, блять, ну он не отобразится она никогда, блять. Ты холи прист, блять. У тебя, ну, он у тебя фактически не умирает, он, а в духа превращается. Вот. Поэтому ты хуй когда что увидишь, блять. И забегая в лезвие, там, в пульсацию, вот в эту всю хуйню, там тоже не пишет. Пишет Полина полумрака, что последняя по тебе била. А до этого то, что ваншот пришел, блять, ты должен видеть глазами. А, есть фласка на кастера? Есть. Есть. Всем здрасте. Можно да. Посмотреть вас? Здорово, можно, конечно, заходи, смотри. Ну, дайте кто-то, я не знаю, мне еще хуже, наверное, будет. Вот там на столе же раздает. А, ну отлично. Давайте, ребята, я переживаю. Что, мы курим пару минут или что? С чего ты взял? Не знаю. Там кто-то лишён. А кто переживает? Кто переживает за нас? А, это Калифан мой. А. Которые за Сибирь. Они сейчас только Джайну опять убили. Не знаю. Войт. Ну, чего? Третий, четвертый свет? Ты просто Тролл Д сказал в свету. Да, он в свету. Что еще непонятно? Окей. Хурюк, про какое ты ГП пишешь? Я вообще не могу понять. Первый трай Халёна за смерти, где ГП были или такого не было? Не было. Так, чек на пол. Какой курить нахуй? Курим в комнате, блядь. Ебись нахуй. Мама рядом. Полежался вопрос. Похуй, заходите за линию, все готовы были. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Так, отлично.
Как дела, Хурюк, нахуй? Керус, резай. Керус, резай быстрее. Метеор 3 секунды готов. Фулбаф по нему. Кто побеги прямо? Блять. Типа под лицо не надо. По большому сыграем, нет, или чё он фулл... А, сори, нахуй, это только появилось у меня. А, у меня конкретно лагает. Пиздец. Не знаю, как я буду вам тиму танчить. Лаги. Метеор, 3 секунды готовится. Вот на рейда поворачиваю, а рейд в звезду отходим. Рейд в звезду. Я вижу, там у меня рейд уже весь перебежал, нахуй. Вот. Так. Раздуплились вроде, да? Вот, вот такой маневр всегда, когда на танка будет метеор в цвету. Всегда так будем делать. Блять, я завис, нахуй. Ну я не знаю, у меня висит все. Перезагружай компьютер. Че, пацаны, Войда на Новый год компьютер покупаем? Да при чем тут комп, я не знаю, это что-то с инетом, но... Можешь просто на время этой РС-ки отключать стрим, когда вести, разве, и все. Да какой он стрим, у меня нету стрима, блядь. Заходим откуда? С этого, сейчас я зайду. Блядь, ну у меня не зыбка еще не прожалась. Так, заходим с этого, с ромбика. Я уже во тьме, если чё. Так, лезвие, ой, дыхание. Рарник. Так. На следующем секторе будем крутиться. Будем. А, под дыхание, да? Не-не, это я завис, Понятно. Я только развис и смотрю, лезвие прямо во мне появилось. Ну, короче, я не знаю, нахуй. Это ну, попробуй комп перезагрузить, подождем. Сейчас попробую. Просто если натуре, был... В натуре, у меня как раз проверка сейчас будет. Ты думаешь, комп так долго будет перезагружаться? Ну, типа, было бы с инетом беда, ты бы здесь, в Дискорде бы тоже заикался. Ну, пишет что-то 700 пинг. Ну, не знаю, 700 не должно же так быть. Да не 700. Ну 700 пинг это 7 секунд задержка. Я думаю, у тебя задержки-то такой нету, это хуйню пишет. Вот это 70. Уменьши 7 секунд. 0,7 секунд это 700 миллисекунд. В смысле, Войд следующий сектор хотел крутить, вы чё? Много было задержки. Он следующий хотел крутить, наш уже... Сейчас посмотрим. Сейчас попробую еще дамаг отключить. Этот, цифры тебе, не знаю, поможет, нет? Да, блядь, не в компе дело, это какая-то хуйня, нахуй. Так, интерфейс. Винда не так давно обнова выкатывалась. Посмотри, может, еще тоже из этого. Входящий, исходящий, отключить. Так, ну пока вы мне неизвестно написано, сейчас это пролагает. Пиздец, нахуй. Вот не одно, так другое, сука. Сейчас люди тупить перестают и, блядь. У меня нахуй это... Бывает. Поебень какая-то, нахуй. Всю жизнь играл на циркуле, никогда такого не было, нахуй. Там считалось, если, ну, задержка секунды, это все уже, ну, нельзя убить Геру, уже не получается, уже люди ловят там, пельмени, все, нахуй. Играли всегда без лагов, блядь, всегда все заебись было. Тут на Сирус пришли, блядь, кастомный сервер, блядь. Гильдия еще не прогрузилась. Вот бегают все потихоньку. Пиздец. Вон, а меня что-то бафнули. Кор-
короче, сейчас минутку, ты думаешь. Так. А, ну-ка. Сука. Вот вроде все разлагивать начинает. А, спулили даже босса тут. У меня показывает, как вы спулили босса, всякую хуйню спамить. Это у тебя долго задержка. Какие-то жомы там нахуй спамят. Я вот починился. Бэнк-бэнк какой-то, бля. Вот это уже сейчас, да? Так, бля, завязывай. Ты догнал нас. Я понял. Ну-ка, задержка. 11 тысяч задержка. Это получается 11 секунд, да? Я понял, нахуй. По сути, да. Вот сейчас я к тебе подбегу. Вот сейчас 5 тысяч. Подбежал. Ну, это я вижу. Сейчас 5 тысяч пишет. Ну-ка. Дрова так. На стивуху обновил, попробуй. На чё дрова? На стивуху. Ебать, я такой даже не знаю, где нахуй. Ну-ка. Твоя материнская плоть. Даю проверку. Эй, какое слово хорошее вот это вот поставил. Рыбы нету. Синтек тут? Синтека нету. Я понял. Просто так фласки раздал пацанам нах. Постоять АФК нах. У Синтека проверка. Это, блядь, надеюсь, у него диск включен, там пиво разлил на это, на кровать, нахуй. Синтек, нахуй. Да хватит шутить, нюх. Ну человек бухает иногда. Он же сказал, мне можно шутить, и Биг Дэму можно про него шутить. Да вы не умеете шутить. Вы не обидно шутить. Так а что, надо обидно шутить, что ли? Хорошая шутка задевает. Это уже не шутка, это уже называется троллинг. Или буллинг. Или буллинг, или троллинг, хуй знает. Булли это же пьяный, да, или какой, или, ну, как это переводится буллинг, вообще? Буллинг это когда сильно унижает слабого. Буллинг это унижает. Все разговоры с Синтеком это буллинг. Я понял, нахуй. Вместо РТ, бля, мы просто разбираемся в терминологии, бля. Запись самогона и тебя в рейде. Так у меня тоже есть эта запись. Там где-то... Где-то я его там нахуй послал. Или он там что-то на меня говорил. Нет, буллинг это обычная травля. Бля, у меня еще Каноба столько записей, пиздец. Каноба, ты можешь включить? На другом компе я снова-то сижу. А-а-а. Бать, Каноб там вообще... Каноб бы тут не играл, нахуй, в этой помойке, блядь, пиздец лагает. Не, он бы после первого трая, второго ливнул бы уже, нахуй. Рыбу там. И еды не было. Так а хули синтека нету, хули толку. Ой, бля, пизда. Холи дринк уже 3 раза протрезвел. Хоть какой-то плюс, нахуй. Сидит, там шары протирает, да? Девочку ушел. По сути, нехуй бить. Вот так, по сути. Если б, сука, не лагала вот эта хуйня, если бы не отходили, если бы все все знали, блядь, его бить, нахуй, ну блядь, пришел 20 минут и все, убито, нахуй. 7 минут, блядь. Пожилая вульва. Пизда, синтек проверка, блядь. Синтека надо выселять с общаги, нахуй. Ну, это вредит, блядь. Почку ему отправим. На чего? Квартиру ему на Новый год скинуться, да? Ебать, нихуя. Был бы я этим, начальником Сируса, я бы ему квартиру купил. Хули там Сирус, наверное, несколько миллионов делают на неделю. В день. В день, может, в день, хуй знает. Купил бы Синтеку квартиру. Что, мы меня ждем? Да, нахуй, ебаный покос. Ставлю рыбу. Ну, магазин ходил до сахара? Нет, да, блядь, это надо записать, что это. Да какое нахуй собрание, я только пришел. Брагу ставить. Пиво. Сука. Брание. Синтек, пиво. Это сигареты пиво. Такие? А ну, что-то иди или это, скажи, что это. Это, ну, скажи, что было. Да ну, блядь. Скажи, тут у тебя пиздец, ну, рейд, нахуй, пацаны ждут. Все, чек на пол. Надеюсь, за это время никто тактику не забыл, блядь.
Надеюсь, у меня не залагает. Так, а мы на каком боссе? Чего? На Личе мы. А, на Личе, да, на Личе так. Ну, Вархель готов? Ой, Вархель готов, нет? Кстати, рыбу. Да я ставил, ёбаная, вон она в обезьян. Не, я вижу, я не ел. Всё за это. Ну быстрее, кто не ел? Всё. Всё даёт, чё, заходим за меня. Из напула. Да и похуй. Значит, стопните. Посмотрите Woman лишний раз. Ну вот, где звезда примерно стоит. Ну отсюда, хуй с ним. Вот тут достает автоатака до босса. На кого там боб кидаете? 3 секунды, метеор. Ну нахуй диспелит так рано. Опа, -2, ну. Да поздно. Так, синтека и ресы. А, не, один хуй, такие же лаги. Так же провисает. Ну, не знаю, косарь пишет задержка. Пиздец, блин. 2 секунды. Убегаем. Так, притормозите по боссу. 3% до перефазы, стопните полностью. Вархель. Сейчас трэш сначала залейте, потом будем переводить. Не знаю, у меня зависла картинка. Вот все мобы сбежались на Вилашу, я вижу. Не знаю, вот сейчас просто на месте прыгаю, ничего не происходит. А вот. Мне это, конечно, невозможно, нахуй, я хуй знаю. Перевели. Перевели, ну а у меня нет еще. Вот теперь вижу, перевели. Так, дал незыбку, зашел во тьму, заходите, убираю агро. Ну, я хуй знает, блять, увижу я лезвие сейчас, нет? Big damn. Сколько там до лезвия показывается, хоть нет? 5-7 секунд. Так, начну крутить тогда на этом секторе. Не знаю, получится, нет. Здесь вы двигаетесь там. Да, все нормально. Получилось? А да, я сдох. Сорвали. Нет, это не сорвали, это я сдох. А, убили, да? Ага. Ну, он от лезвия сдох из-за лагов. Вот так крутил хорошо. От лезвия, точно? Да, ты от лезвия умер, а крутил ты хорошо. Ну, раз умер от лезвия, значит, не да очень не, хорошо. Да не, не мог. Он не от лезвия сдох. Не, не от лезвия. Да, потому что я между лезвиями был. Кто не хилил? Вон, меня показывают, что у меня лезвие начало. Ну как показывают, я не знаю, блять. Линкани. Вот. Там 2 автоатаки, вон. Вон не восстановление. И все. 10 секунд никто не хилил. Бидон нахуй, как дела там, блядь? Где волна твоя? Здесь у меня это челлендж был, типа. Где исповедь? Там это расписаться надо, я сейчас, блядь, бегу. Да, вот, ясно, синтек расписывается нахуй, танк надо хилить, синтек расписываться ходит. Понятно, блядь. Ну, нет, а уже иди расписывайся, не оправдывайся. Дрожжи привезли. Я цепуху даже не кастую. Чтобы брагу под кроватью поставить. Не, ну хотя бы через раз-то все равно цепуху надо. Не прям по КД волной, ты ману так проебешь всю. И смотри там. Ну не знаю, значит так сечет быстро, что это пиздец. Ну цепуха. Это что он в меня дал? Нет, это общее. Вообще. Не знаю, надо, ну. Что-то надо посильнее, блядь. Упал, конечно, лучше, но вершам, блядь, заебись. Щит земли на мне был. Не знаю, а ты Валентас. А, нет, Валентас-то он. Не, ну все равно, блядь, пока ты там на этой фазе мордаун, чем хилил там. Меня хоть хилил? Да, да, я всем закидывал потихонечку. Ну, бидон в тебя 39 косарей нахилил. Щит земли, быстрина, доп. Исцеления, фонтан света. И потом я сдох, да?
Волны нету вообще. Ну все, понятно нахуй. Обманул всех. Да, у шамана чили три кнопки нахуй, Катя. Ты там под волну не усни, смотри. Тебе не надо, Вархель, тебе не надо. Там убьет танка. Тебе не надо, там 4 хила справятся. Потом один выходит, там 3 справляются. Вон, получено лечение, нахуй. Валентас 75, этот ДЦшник, нахуй. Чем ты хилил, блядь? Синтек, это, видать, омоложение натикало. Мардан 43. Слово силы щит и божественное покровительство. А это с абсорбом считается? С абсорбом сразу считается. Походу. 682 тысячи я нахилил. Короче, понятно, там должно быть... Я нахилил, 734, все, пиздец. Это не... Нет, он... я смотрю чисто по войду, сколько нахилил. Он по войду смотрит только во тьме, блядь. Там, ну, должно быть... не... там должно быть все не так. Там должны быть все вот эти бичи на... в пятом месте, нахуй, а бидон на первом. 1200 должно быть. Но это... Потому что мы, хилим, мы, блядь, с друидом хилим в основном рейд. Тебя, блядь, шаман должен держать. Мы подстраховываем, конечно. Тебе, но он об этом и говорит, что слишком мало бидон. А, он, фокус он такой, нахуй. Он пиздит на не своей слушает, волне, да? Нахуй. Да, он нихуя не слушает никого и пиздит на своей волне, блядь. Потому что ты хуйню порешь. Какую хуйню поришь, нахуй? Ну, я говорю, шаман не хилит, нахуй. Ты говоришь, потому что мы рейд хилим. Блядь, вот ты свое завел шарманку, и все, и никого заебал, не слушаешь. Заебал, не слышал про бидона, я чай. Так вот, вот с этого и начинать надо. Так и говори, я никого не слушаю, пизжу о своем и все. Я делаю чай и не слышал, что ты говоришь. Ай, блядь, это все отмазки, нахуй, это все отмазки. О. Все готовы, заходите за линию. А рыба была? Да, а, была. Нет, съели. Да, вот она. Заходите за линию, кто там стоит? То есть ты опять отдыхают. Дает что-то. Пристабав. Сейчас дадут. Пристабав, дайте там кто-то. Так, что там задержка? 300 показывают. Уже лучше. Метеор, 3 секунды. Ну ты же можешь сам себя спалить. Демпова. Сука, я такого давно не видел. Не, ну лагает сильно, на. Ничего там... не стало? Ну, ну, прожимаю по боссу, то, чтобы нас... Эй, я. Эй, я. Такая же хуйня, короче. 4 стака набрал. Метеор. Под боссом. Он прямо ровно под боссом. А какой даун там стоял, мне просто интересно. Да там рано сбегаться начали. Он еще не сказал, уже народ побежал. Синтек, рарника, ностальгия топу. Прям сейчас быстрее. И по боссу стопните там 2%. ЛКД 3 минуты, синтек. Значит, вводи есть бонну. БР. Все, маленьких долили. Это, переводите. Что-то до метеора там 5 секунд мне показывают. Перевели, нет? Да, да. Перевели. Дайте бафы-то по тем, кто упал. Холи дринк. Что до лезвия показывают? 12. Так, ну вот этот сектор начну крутить, который вот я сейчас вижу. Не знаю, у вас крутится он, нет? Да-да. У меня даже они не по... вот появились. Сдох холидрин показ. Бля. Чё, это дыхание? А, отдохнул. Ну я не знаю, нахуй. Давай покрутим здесь, побегаем, хули. Не, а хули толку, если я лагаю, нахуй. Сейчас вот второй раз лезвие появится. Вот сейчас во время лезвия метка вторая.
вроде показывает, что вы нормально стоите. А с меткой кто был сейчас? Топ. Я. А, ну, после раны. Топ, топ. А как сдохли Мордаун и Валентас? Дыханием? Я уже не скажу, чем я сдох, но просто сдох вместе со всеми, походу. Да, дыханием ты с одной вместе умер. А вопрос такой, а можно, может, босса это жопой поставим к рейду? Он будет, же, нельзя. Он это, будет, не будет, он будет станить хвостом. Там хвост, да. Он же не бьет в темноте хвостом. Бьет. Он не бьет, он станет, точнее, там просто станет, Дирайте. Станет еще. Хуёво. Хули толку, 15 человек лежит, падаем. Но смысл нам тогда вообще пытаться траить, если ты так дико лагаешь, Войт? Стоит во тьме, за кем бегать? Да стоит там, блядь, квадрат, блядь, кружок. Я сдох. Да, блядь, там после первых лезвий все понятно. Но люди все равно забегают. Так не ориентируйтесь на одного рарника, блядь. Тоже ж не вечный. Ну, это надо брать свою смотреть, залезть. Да, еще посмотрим. Блять, успокойтесь, пацаны, я не был тут, блядь, с 15-го года. 25 гелий. Что-то я не умираю от лезвий. С 15-го года. На носу уже 23-й. С 15-го года нихуя не поменялось. Но. Ты не забывай, тут люди, которые тут вообще не были. Ты был в 15-м. Я вообще второй день пингворка. Ну, если так же будет лагать, если, ну, я не знаю, я вроде бы кручу что-то, но вот это то, что от дыхания сдыхают, я не знаю, или вы наперед забегаете, я, ну, объяснял, блядь, держитесь. Да не дыхание почему-то по-пидорски бьет. Так не бьет их дыханием, я самый первый бегу. Бьет, его даже к бегу открывать здесь не указано. Он типа только в стиху. А чем их надо? Кого не убивать дыханием, блядь, вы чё? Это лезвие, хочешь сказать, всё убьёт? Это лезвие, всё, я первый бегу везде. А, ну ладно. Ну, понятно, ну, значит, у меня такие лаги, я просто не могу понять, от чего вы вздыхаете. Просто или оно совпадает так, что вот вы сдыхаете, и у меня аддон показывает, что вы сдохли, и он еще дышит. Не-не, мы-то умерли на дыхании. А, вот вы на дыхании. Да, первое, конечно, вот сколько там, 4 или 5 человек мы на дыхании умерли. Ты потому что вел-вел, поворачивал его, и потом ты просто темп сменил, а мы как бы темп поймали и дальше шли. Вы не на темп, не на мой должны смотреть? Да, да, рарник выбежал просто кружок, поэтому мы как бы стали сами ориентироваться на тебя. Вы ну, смотрите. Как я, по крайней мере, делал. Вы смотрите, вы не на меня ориентируетесь. Виноват, рарник. А вы не, решили. Нет, я никого не меню, я сам виноват. Я просто дальше. Вы смотрите не на это, не на меня, не на рарника, а на лезвие, на положение лезвий. Вот если лезвие активировались, да. Лезвие не убили, я же говорю, дыхание, я просто чуть вперед вышел. Вот я про это и говорю, чтобы в него не попасть, поближе к тому лезвию, которое до вас, ну, вас догоняет, вот ваш сектор. Есть лезвие, которое спереди, которое меня с вами разделяет, а есть, которое хвост босса и вашу позицию разделяет. Вот ближе к этому лезвию держитесь и чуть-чуть назад шаг, я же вам ставил метки. И тогда у вас дыхание не попадет. У него конус этот 120 градусов, это очень большой конус. Это треть комнаты, вот это треть этого круга. Это очень много. Ну, нахуй тогда. Давай еще трай, посмотрим сейчас как. Ну если так же у меня лагает, не знаю, 400 задержки пишет. Давай попробуем еще раз. А потом пойдем чилить. Так, есть еще готов сейчас. До лучших времен, блядь. Тинтек готов? Блин, а вы прям точно уверены, что он хвостом бьет? Потому что я... Блядь. Ну постой в жопе, заебал. Просто постой в жопе, не спрашивай. Да а чё, вот у него есть даже удар хвостом. Только во тьме. Но это 2 секунды. Только во тьме, не в свету, блядь. Ну вот это залупа, конечно, нах. Выровняешь там. Вот меня застанило сейчас. 2 секунды стан. 3 секунды метела.
Это, смотрите, чтобы на третьей фазе такого не было. Вы большого аккуратно играйте, чтобы он стан. Метеор 2. Это что? Керус резы. Это дыхание. Иннер ему Керус ностальгия. Ну и давай еще водикон добавь Иннер. 2% до перехода мобов быстрее доливаем. Голем, если что, не таунтится, поэтому со срывом агро очень осторожно. Вот фаза. Так, с треугольника заходите. Это вроде как-то пободрее пошло. Так, метка. Опа. Лезвие 12. Вот на следующем секторе буду крутить. Под ебало не беги. Вот сектор дошел до нас. Вот начинают движение. Лезвие 2 секунды. Сейчас буду стараться тоже, но... Так, вот вроде дыхание не задело. Так, скоро лезвие. Лезвие 2 секунды, готовимся. Между двумя шарами. Между двумя шарами. Так, сейчас вот будет дыхание, вот это вот, которое вас убивало. Там рано диспле. Вот, сука, пиздец какой. И возвращайтесь, когда лезвие становится, ну, это шаг вправо. Тут конус, смотрите, имейте в виду, блядь, не забегите. Вот третья фаза. На выход кто там в третий? Со стороны хвоста заходить. Стопните дамаг полностью. Ну и что это, блять? Это вы так, ну... Что это нахуй? Ну... Пизда просто, блять, охуеть. Я могу рассказать, что это. Что это, вот расскажи. Ну, блять, появилось лезвие, челики идут в портал, нахуй, умирают от лезвия, потому что оно появляется, наверное, в тот момент, блять, когда они вот у портала уже. Ну, я даже не засобирался и все равно умер. Я даже никуда вообще стоял со всеми. Да там пиздец, сколько времени было выйти, нахуй. Тут вышло человек, наверное, 7 спокойно, 8. Вот я о том же, я так, даже не спирался. Порталы появились, а было еще нормально времени до лезвия. Дайте я еще скажу один момент. Вот этот лог, некромантка. Ты можешь добегать впритык к стенке, чтобы тебя диспелили? А тот человек, который... Там диспелит, через лужу. Там через лужу была разлита. То там места было предостаточно. А тот человек, который диспелит, да, не диспелит, пока он не добежит до конца. Вы видели? Я бегал в лужу. Это вот честно, так заебало слушать вот эти разные высеры, блядь, давай кто-нибудь один будет все-таки анонсинг говорить, просто вы что-то кричите, блядь, то, что вообще никакого отношения не имеет, блядь, в данный момент к убийству босса. Что-то ты кого-то доебываетесь, блядь, кого-то там... К убийству босса? Куда-то, блядь, куда-то там к стене, не к стене, какая нахуй в жопу разница, у нас, блядь, сейчас 7 огромная человек... разница. 10 человек сдохло в лезвии, блядь, какая в жопу метка, нахуй, вот вы, блядь, про что сейчас говорите? Жрите рыбу, вроде бы получше сейчас у меня, не знаю, вроде нормально крутил. Потом попиздим об этом всем. Нам уже хласка 9 минут осталось. Так я вам 2 давал, нах. Не, ну это первое. Ну. Так. Уже бафы все должны быть, вот прямо сейчас должны быть все бафы. Я 10 секунд поел, 10 секунд уже стою, вот проверка. Так, все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. В свету, если что, вот 3-4 пати. Хилы знают какие, танки знают. Еще в свету тролл Д. А, ты сдвинул опять, ну я сейчас ретаунт. 3 секунды.
что-то у Биг Дэма там с агро. По боссу какая-то хуйня. Ну-ка, Хулидрин, дай по нему сальву по Биг Дэму. Это было странное что-то. А Лингрен дай по Шалфиру. Нормально. Три секунды. Кто-то умрет. Холидринг. Синтек рез. Стоп. Фулл баф по нему. Стопните по боссу пока. 2% показывает. 1%. Сейчас мелких долейте и потом переведем. Пошла фаза. Так, зашел. Немножко не было это. Ударник, дай кулак. Те, кто в свету, не забывайте, портал появился, быстро выходите. Че, на следующем лезвие, да? Не вкуриваю. 5 секунд. 5 секунд. Крутить? Ну, это я, получается, просто фулл стоял. То есть, ну, вот как я захожу, оно обычно... Это, как сказать, ну, где надо, то есть, захожу. То есть, там нету лезвия. А я крутить начинал, ну, заранее, потому что лагал. Так. Тролл Дэ сдох, да, молодец. Свету его резнет, потом... Ностальгия. Ну все, дальше проще уже. Дальше оно как по накатанной появляется, это лезвие. Это вот от чего они сдохли? Сдохли от чего? Хуй его знает. То ли ты не успел довернуть, скорее всего, от дыхания. Троллт от полумрака умер. На выход? Кто должен? Че, лезвие будет? 3 секунды. Так, значит... Эвилаш умер. А, понятно. Там пизда ночи-то была, цвету. Че там Валентас у вас было? Вархель что, не захилил ничего? Падаем. Да, он... но это лучший трай, по-моему, был. Он бьет много, хули. Снимай дух сразу. Все, свейдился, заходим. Кого там, Эя и Хулидринка, да? Вы подходили ближе к лезвию, как просили вас во время лезвий? Во время дыхания, имейте в виду положение лица. Эя выносил метку, когда лезвия были. Может, у него там что-то, я не знаю, как он умер, но он ее уносил, по-моему, в это время. Ну, может, и метка убила. Ну, как бы он в это, не напишет дыхание, вон там. Ну, метка, скорее всего, не знаю, метку проебали, значит. Не-не, он вроде сразу среагировал, вынес, я просто ты начал крутить как раз в это время, может, как-то под дыхание попал или что-то там он... Ну, вон, смотри, хопмастер, теневое дыхание. Ну, хопмастер умер от дыхания. Ну, тут должны вот эти хилы справляться, ну, типа, еще одного а хила, вот... блядь. Линкрена не вижу, Бенстивера почему-то не показывает. Не, вот там... хилов нормально, не надо еще одного. Тут сейчас балансировано, и ДПС хорошо, ну нормально, и хила нормально. Этот, а Холидринг чё? Холидринг, падение метеора. Первый раз. Второй, вторая смерть. Лезвие или дыхание. Дыхание, скорее всего. Дыхание, скорее всего. Ну вот это вот дыхание надо исключить как-то, чтобы не было его. Ну а нам хватает хила в этом, во тьме? Ну, во тьме хватает, когда... Мы можем оставить ДЦ снаружи? Вот это не знаю. Не, на второй фазе, когда рейд весь заходит туда, кроме трех человек, там он должен быть. Потому что там очко... Ну вот я про это и говорю. Ну сейчас мы вышли, Вилаша умер, потому что пинганул как раз таки хапал. Ага.
То есть, если бы там какая-то страховка была, возможно бы Вилаша прожила бы дольше. Ну, надо прожаться просто. Прожаться. По сути, босс с двух ударов убивает. То есть, вот он дает тридцатку еще раз и все. Это просто исключительная ситуация, что Хэпал залагал. Я думаю, это впредь не повторится. Поэтому... А, и кстати, на Халионе же здесь Перехас, да, работает вроде бы. Да, да. Где рыба? Вы сразу делаете все, вот баф и рыба, это сразу, блядь. Я уже тут проверку даю, это я уже не могу тыкнуть, отойдите от рыбы, пожалуйста, я не могу нахуй тыкнуть. А еще Хапала приодеть надо, он слабый, это слабо одет. Хоста какая-то, блядь, надо инту вкидывать. Ну хоста тоже нужна тут прилично. Всё, давай, Арчек. Так, все готовы были, дай отчёт. Метеор 3. Ну вы даете. Близко, под боссом пришли. Близко стоите, вот, сука, вы румынские разведчики, блять. Вот просишь, станьте за красным крышком, вы стоите прямо в нем, нахуй. Стопните по боссу дамаг, трэш сначала убьем. И большого. После большого уже переведем. Так, пошла фаза. Арахель по каману, по ресе святой клятве. Так, вот. На этом секторе заранее начну крутить. Вот на этом. Вот, поехали, двигаемся тихонько. Блять, лезвие как-то сдвинуто нахуй, не через центр, что ли, ходят, как-то, не знаю, нахуй. Да, я тоже обращаю внимание, что попиды. Не так, как должно быть. Да, из-за этого дыхание и коцает. А двигать его постоянно, не знаю, на себя только если протягивать. Вот сейчас лезвие одновременно с меткой. И сейчас дыхание во время этого лезвия будет. Но я стараюсь крутить, а вы поближе к тому лезвию. Вот, вроде никто его не задело. Но смотрите, это на каждом дыхании, чтобы было свое положение, и когда босс дышит, то есть меняйте. У меня даже эта привычка была и на циркуле, хотя таких смертей не было от дыхания, только когда челик метку подъебал. Хиль. Свет на выход, быстрее. Там метеор. Ну и все, там свету анонсите. Все, играем. Стоп. Вот Holy Drink, как? Я сам не понял. Ну почему они не сдыхают, сдыхаешь? Опять Вилаша. Падать. Ну тут 70%. Это потому что, ну, мы в тьме дамажили. Не стопнули в тьме. Да, надо стопать. Это. Тут 70%. Вышли, они не успели по боссу разогнаться, плюс метеор и трэш.
Я вот у Холик Дринка сейчас смотрю стрим. Вот он стоял, ничего не делал, и он умер просто. Сними дух. Да? Холик Дринк от лезвия умер. Ну. Пелена полумрака — это ж лезвие? Нет. Пелена полумрака — это ОЕ. Лезвие — это лезвие. Надо видеть его глазами, где оно начинается. Можешь мгновенно сдохнуть, оно шортает, потому что и непонятно, чего ты сдохнешь. Тебе в рекаунте не напишется. Ну, по факту. Ну, по факту там есть дамаг. Ну, либо ты правее рарника встал, что лезвие в тебе появилось. Либо, блядь, я не знаю. Либо левее стоял, и тебя дыхание сделало, что тоже ваншот. Дыхание там 70 тысяч, блядь. Вообще вначале постопните дамаг, когда люди убегают сильно. Да, когда перефаза. Да, тьму, когда заканчиваем, надо останавливать полностью. Да, когда перефаза идет полностью. Там переводим, у него 60%. Да, да, да. Сейчас там идут лезвия, и метеор сразу, и метка. То есть, пока все раздуплится, тьма, свет. Да и мы там пока разбежимся, блядь, нормально встанем. Чтоб перебегать. Извините, Войт, а сколько у вас остается во тьме, ну, на третьей фазе? ДДшников именно. Ну, количество. Раз, два, три, четыре. Так. Пять. Пять ДДшников. Там три ШМа. Ну и два ДКшника, которые по 25 дамажат. Без ШМов. А в свиту остаются только все РДД. Ну, плюс роги, коты. Ну, и пару милишников есть, чтобы трэш, да, заливать? Да, два кота, ну, вот, и роги. Два кота и рога там, нормально. Так-то, по сути, можно воткнуть еще одного РДДшника. Но я вот думаю, не знаю кого. Ну, Лока, по сути, можно воткнуть. Кто с них побегает. Смотрите, ну, я сейчас смотрел это стрим, да, ну, через Холи Дринка. Есть люди, которые либо подходят слишком близко к первому лезвию, у него фрейм чуть-чуть больше, чем его показывает. И бывает, они его ловят, ну, хватает, если стоят слишком близко к боссу. У босса большой фрейм, от него можно отойти чуть подальше. Ну, вообще, желательно на максимальной РЖ стоять. И второе лезвие, которое догоняет, а к нему тоже слишком близко не подходить, потому что вот сейчас Холи Дринка убило как раз-таки это лезвие, которое догоняло. Он вроде как бы на него и не нашел, но у него дистанция побольше. Да, сам фрейм у лезвия, он не, ну, не высвечивается, он чуть больше, чем показывает его. Да, то есть мы все прекрасно понимаем, от чего умираем, только вот надо теперь это уже не допускать. Когда, надо работать. Да, как на третью переводим, сразу тьма стопает полностью. Все рарники, все ДКшники стопают, автоатаку тоже стопают. Все готовы, дают что-то. И все, дальше все выровняется. Кто из локов идет, остается в тьме? Пока так играем, как есть. Намра. Надо третью поиграть несколько раз, блять, мы до нее добраться не можем. Чтобы понять, там надо перемещать или не надо. Метеор 3. Вот обхотать метку никак, нахуй. Я вот на нем хоток не вижу. Он же сейчас просто сдохнет. На Трол Д. Потому что на другой стороне стоит. Так когда мы бежали-то на метеор начинали, нельзя на него кинуть омоложение, блять, обновление, блять, где это все? Ничего у него маны нету. Щит маны сжег, что ли? Да, нормально, я сейчас останавливаю. Это хуйня. Потому что надо под хвост нахуй выносить метку по метеору. Я не знаю, я за ним бегал просто, когда я диспелил. Я сам себя диспелил. Ладно, ладно, блять. Похотать можно было, блять, человека. Играть надо, блядь, стараться друг другу помогать там. На третьей фазе этот Вадикон, Шелфир, там злобный, помогать и подхиливать этого, как он называется, Вилашу. Потому что хп с ДСшником не так много в него закинуть. На моментах, когда на них на хилов кидается метка, это прям обязательно подхиливать, иначе он сдохнет. Все, фаза, готовимся. Да. Биг Дэм поторопился. Я хули могу поздравить только, блядь.
Так, вот на этом секторе буду крутить. Не знаю, там... На этом готовимся. Падайте, хули, минус 2 хила. Ну, то, чего не должно быть просто. Ну, вообще никак. Спадаем. Вот пока что вот эта хуйня вся будет, вот это вот лезвие, вот эти все, я не знаю, лагает у вас там, не лагает. Ну, Бигдем просто раньше тыкнул, чем я. Просто там босс сразу тычка и все, минус. Вилаш, отдыхай. Все, совенился. Вот пока вот эта вся залупа будет продолжаться, пока лезвие, блядь. Ой, давай пару минут, но био там все дела. Че, почилить? Ну. Ну давайте, чильте, идите. Ладошки вспотели. Да может уже туда разойдемся, раз уже у всех лагает, там все. Чего, блядь, ну пощили 2 минуты нормально.